Поклон на триумфальной колеснице, украшающей фасады главных театральных зданий, на знаменитых возникших в 20-е годы XIX века площадях обеих российских столиц – самая запоминающая эмблема торжества искусств. Если бы удалось спросить современников, кого из русских художников они вообразили бы на месте Аполлона, то им, без сомнения, оказался бы Карл Брюллов, великий Карл, второй Рафаэль. Словно бы само небо отметило избранника чертами предводителя муз. Все черты были необыкновенно тонкие и правильные, а профиль мог напоминать только голову Аполлона, так хорошо изображенную на античных камеях. Это вполне согласуется с известными портретами и автопортретами Брюллова. Энтузиазмом современников он был вознесен на недосягаемую высоту. Со стороны учеников это был прямо-таки род обожествления. Вот знаменательный пассаж в воспоминаниях одного из них. «Художник должен уметь писать все», — сказал Леонардо да Винчи. Но сам, как из картин видно, всего писать не умел. Первый и единственный художник, равно прекрасно умеющий писать все, был Карл Павлович Брюллов. И в этом отношении на него следует смотреть как на человека, решившего давно заданную, но до него никем не разрешенную задачу. В честь уже стяжавшего мировую славу автора «Последнего дня Помпеи», в стенах выписывавшей Брюллова школы по случаю возвращения в Россию устраивается торжество, какому не было еще примера в летописях Петербургской академии художеств. Тогда же на одном из приемов в Москве Боротынский сочиняет экспромт со знаменитым афоризмом «И стал последний день Помпеи, для русской кисти первый день». Гоголь в момент появления картины в Петербурге публикует панегирик, где картина названа «Светлым воскресеньем живописи». И так было всегда, с самого начала брюловской художественной карьеры. Знаменателен в этой связи тот факт, что для изображения крылатого гения искусств на академической медали, коей награждались отличившиеся ученики, за образец был взят ученический рисунок Брюллова. Гений обязательно крылат, не окружен земной тяжестью, причастен подвижным стихиям воздуха и огня. Он вдруг озаряет, осеняет, нисходит, уносит. О том же свидетельствуют устойчивые выражения, порыв или полет, жар или огонь вдохновения. Сама лексика метафоры, в которых современники характеризуются, манера, изобразительный прием, жест, сопровождающий речи Брюллова об искусстве, неизменно несут на себе печать упомянутых представлений. Вот некоторые из них. Быстроокий, беглые черты, брошенные могучей рукою, неизменная легкость в исполнении, огненный Брюллов. Его мысли являлись светлыми метеорами. Брюллов вмешивался в разговор изредка, как стрелок, который, выстрелив раз или два, но метко, потом выходит из сечи и наблюдает за ней на некотором расстоянии. Этому вроде бы противоречат неоднократные свидетельства, что Брюллов работал до полного изнеможения. На самом деле никакого противоречия здесь нет. Никакой другой не могла быть работа в режиме вдохновения, смешанного с восторгом, с его непродолжительностью и непостоянством. Она должна быть лихорадочно интенсивной, поскольку имеет оборотной стороной страх перед исчезновением даруемой энергии, исчезновением, столь же непредсказуемо неожиданным, как и появление, что заставляет напрягать все силы, пока эта даровая энергия не иссякнет. Искусству, воплощающему вдохновенный творческий порыв, подавает стиль легкой, стремительной импровизации. Поэтому лучшие, достойные такого искусства, картины – суть те, которые вспыхнули вдруг, разом, как прекрасные видения, предстоящие внутреннему взору художника. По отношению к этим первообразам, картины красками на холсте – лишь проекция этих внутренних видений, их более или менее удачная копия. В глазах художника она все равно несовершенна и не может сравниться с оригиналом. В этой связи не покажется странным поначалу обескураживающее уста гениального маэстро признание.
Как я завидую тем великим живописцам, которые трудились постоянно, как будто бы никогда не оставляло их вдохновение, что видно из такого количества превосходных творений, украшающих все галереи Европы. Я не могу так работать. Для меня скучен процесс писания красками. Это обстоятельство проливает свет на одну немаловажную особенность брюловского искусства в целом. Весьма высокий коэффициент незавершенности и не только в массе нереализованных замыслов, но и во многих почти, но именно почти завершенных произведениях. При том, что эта незавершенность не относится к ценности так называемого «non finito», то есть качества, входящего в художественный замысел произведения, но имеет характер простой недоработанности, выдающей ту самую обессиливающую скуку, в которой признавался Брюлов. Упрощая, можно сказать, что означенная особенность творческого темперамента делала художника менее выносливым на длинных дистанциях и, соответственно, более успешным, легко достигавшим искомого совершенства на коротких, в малых формах, например, акварельные миниатюры или поздних рисунках сепии, изображающих непритязательные сцены итальянской жизни. Вместе с тем, Брюлов не столько охотой, сколько неволей входил в навязанную ему восторженными современниками роль. И тогда он оглашал мир великими фразами, как бы специально предназначенными к тому, чтобы быть занесенными в аналы истории. Стоя в лесах под плафоном Исаакиевского собора, который ему предстояло расписать, Брюлов произносит «Мне тесно, я бы расписал теперь небо». «В его картине целое море блеска», – писал Гоголь. «Из этого-то блеска изготовлен тот ореол славы, который с некоторых пор сопровождает Брюлова в глазах современников и потомков. Он превращает художника в заложника, мученика собственной славы, обреченного всегда носить с собой этот ореол. Быть всенепременно великолепным, блестящим. И тот же орел, как все блестящее, посылает свет вперед себя, обладая свойством ослеплять, то есть буквально затемнять облик художника в глазах следующих поколений. В иных условиях, с иными понятиями о том, что достойно и недостойно называться гениальным и великим, эти поколения стремятся и надеются, таково двусмысленное свойство того, что называется репутацией, увидеть искусство художника в отраженном свете, опередившей его славы, измеряя, однако, ценность этой блестящей субстанции другими критериями. Вину на неоправдавшиеся или не совсем оправдавшиеся надежды мы склонны переносить на художника, что, разумеется, несправедливо и чего нужно постараться избежать. Род Брюловых происходит из Франции, откуда некогда бежали их предки, протестанты. Прадед нашего художника прибыл в XVIII веке в Петербург и поступил лепщиком на императорский фарфоровый завод. Отец Карла, Павел Иванович Брюло, именно так звучала эта фамилия, был мастером резьбы по дереву, академиком. Это была деятельная среда мастеровых, где ремесленные навыки передавались из поколения в поколение. В доме царила трудовая атмосфера. Карл свидетельствует, что отец был постоянно занят. Я никогда не видел его праздным. Все дети Павла Ивановича пошли по художественной стезе. Один из братьев, Александр, стал архитектором, впоследствии много строившим в Петербурге. Дети были окружены художественными произведениями. Отец налегал на развитие умения рисовать. А дома мы работали более чем в академии. Это была самая настоящая муштра. Постоянное рисование фигур в самых разнообразных поворотах и перспективных ракурсах, дабы воспитать хищный глазомер, чувство пропорций, быстроту схватывания общего контура, орнаментальное композиционное благозвучание.
В освоении этой первоначальной премудрости Карл оказался вундеркиндом. Придя в 1809 году в Академию, виртуозом изобразительной грамотности. Ему было тогда неполных 10 лет. В начале 19 века все более влиятельным становились романтические представления о ценности индивидуально неповторимого в искусстве, предполагающего свободу творческого самовыражения. На смену художнику-мастеру приходит художник-артист. Старая образовательная система оказывается в оппозиции к этой свободе, поскольку в ней человека начинают делать специалиста в творческом теле, когда он еще не смышленыш, не обладающий свободой выбора, и может статься вообще лишен творческой предрасположенности. Следуя духу времени, Академия постепенно отменяет первые возрасты училища. В ее стенах появляются высоковозрастные новобранцы. Тенденция этих изменений вызывала со стороны Брюлова резкое несогласие и неприятие. По этому поводу он мог бы выразиться наподобие Энгра, заявлявшего: «Говорят, надо идти в ногу со своим веком, но если мой век не прав...» Известен глубокомысленный анекдот об одном из актеров старого МХАТ. Услышав мнение собеседника, что некто играет на штампах, он заметил, что плохой актер отличается от хорошего не наличием и отсутствием штампов, а тем, что у плохого этих штампов, скажем, 10, а у хорошего 1000 и еще один. Ухищрения мастерства исчислимы и упорядочены в формулах классического искусства. Ими, возможно, и необходимо овладеть, как овладевают нотной грамотой, правилами гармонии и постановкой руки с малолетства. Однако особенность и в известной мере парадокс Брюлова состоит в следующем. Он вступает в стезю самостоятельного творчества, когда романтизм, утратив новизну первооткрытия, успел стать модой, когда ценностные ориентиры необратимо сдвинуты в сторону оригинальности сочинения и выбора тем неклассического репертуара. А ценность исполнительской виртуозности перемещается в область художественной архаики и постепенно девальвируется, что в свою очередь грозило общим понижением уровня мастерства. В этих условиях Брюлов заново возводит эту виртуозность в ранг первейшей художественной добродетели. В Академии Карл более всех и постоянно отличался успехами. Александр Иванов рассказывал ученику Брюлова Железнову, собиравшему биографические материалы об учителе. С самого детства Брюлова в Академии все ожидали от него чего-то необыкновенного. А воспитанники старших возрастов баловали его за талант, таская в столовую на своих плечах. В 1819 Брюловым исполнено в качестве учебной программы, то есть на заданной Академией сюжет, картина «Нарцисс, смотрящий в воду». Вместе с умением передать пластику обнаженной фигуры в ее статуарном совершенстве, в ней найдены способы оживотворения самой поэзии мифа о прекрасном юноше, завороженном собственной красотой. Светотеневая партитура с оглядкой одновременно на живопись Кареджо и Караваджо, мягкий золотистый свет, окутывающий фигуру нарцисса на фоне затененного пейзажного интерьера, своего рода самостоятельное творческое наитие ученика. Брюлов понял, почувствовал возможности, таящиеся в найденном приеме, и можно сказать, что нарцисс стал первообразом той изобретательной, которая многообразно варьировала в световых эффектах его будущих картин. Сама идея оживления классики, превращения учебных слепков из гипсового класса в чувственно прельстительную, но обязательно, как того требовал академический кодекс, благородную красоту, это легкое веяние романтического вкуса в атмосфере академической студии стало первым опытом того симбиоза антизма с романтизмом, выражение Николая Надеждина, венцом которого станет впоследствии «Последний день Помпеи».
Любопытно, что картина 19-летнего ученика была куплена Андреем Ивановым, одним из учителей Брюлова, отцом Александра Иванова, и украшала его мастерскую, пока в 1842 году не была приобретена Академией для своего музея. Кстати, голова нарцисса как-то подозрительно напоминает черты самого Брюлова, хорошо известные по многочисленным его автопортретам. Автопортрет в образе нарцисса. Что это? Догадка о себе? Указание на знаемую за собой черту характера и предостережение себе же? Посеешь характер, пожнешь судьбу? Нарциссизм, самовлюбленность, утопание и гибель в объятиях аполлонической красоты собственного лица. То есть эстетизм как род самоубийства. Какое странное в свете будущей судьбы художника пророчества. Завершает пребывание Брюлова в Академии картина «Явление Аврааму трех ангелов у дома Маврийского». Эта композиция – образец умеренности и аккуратности в изложении канонического сюжета, где все же требовалось некоторое участие собственной изобретательской инициативы. В режиссерском плане построение диалога, распределение ритмических акцентов – это образ несколько даже подобострастного послушания авторитету старых мастеров, главным образом Пуссена, своего рода цитатный монтаж. Ну и безотносительно к тому, узнаем мы или не узнаем, откуда цитата, композиция сама по себе слишком выдает заботу о грамматической правильности построения фразы. Эта гладкопись заключает в себе тот избыточный эффект бессмысленности, который возникает, когда мы слышим книжную речь. Брюлов явно перестарался. Слишком искусственно сценическая, или невесть из какого источника взявшаяся подсветка ангельской троицы или полусонная истома центрального ангела, будто изнемогающего, полусидя, полулежа в гипнотическом трансе. Три года спустя, уже в Италии, Брюлов по частному заказу написал картину «Ерминия у пастухов» на сюжет из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Она сочинялась явно в память о выпускной академической работе. В обеих картинах обыгрывается мотив явления, а также пастушеский быт со стадами вдали в одном случае и козами вблизи в другом. Силуэт Ерминии выглядит призрачным, картина осталась незавершенной. Но эта призрачность оборачивается неожиданным эффектом. Широкий мазок за плечом героини уподобляет ее фигуру крылатому бестелесному ангелу. А тема картины трансформируется из средневековой легенды в область евангельского сюжета о благовестии пастухам. Не Ерминия ждет вести от пастухов о пропавшем рыцаре, а она сама принимает образ вестника. В этом сказалась способность Брюлова, варьируя сходные композиционные мотивы, будто незначай, обмолвкой, создавать новые сюжетные повороты. В 1821 после 12-летнего обучения Брюлов закончил Академию с высшей наградой – большой золотой медалью. Именно с того момента оба брата стали подписываться русифицированной фамилией Брюлов. Золотые медалисты получали право на поездку за границу для усовершенствования, и им полагался соответствующий денежный пенсион. Реализацию этого права Карлу и Александру обеспечило только что организованное общество поощрения художников, которое направило их в Италию в качестве своих, как тогда это называлось, пенсионеров. В августе 1822 года братья выезжают из Петербурга. В мае следующего, 1823 года, они прибывают в Рим. В Италии Брюлов оставался до 1835 года. Как пенсионер Брюлов в числе отчетных работ должен был перво-наперво исполнить копию с какого-нибудь классического произведения. По инициативе русского посольства в Риме он выбирает афинскую школу – фреску Рафаэля из Папского дворца в Ватикане. Ныне работа Брюлова украшает зал копий здания Петербургской академии художеств.
Время художник делает зарисовки сердечных статуй, занимается в натурном классе обоего пола, как он сообщает в письме в общество в 1823 году. Дело в том, что в натурном классе Петербургской академии не ставилась женская модель, так что связанный с этим пробел в учебной работе с натурой восполнялся за границей. Там же обычно и создавались картины в жанре ню, то есть изображения обнаженной женской фигуры. Для этого чаще всего использовались библейские или мифологические темы. Поначалу Брюлова заинтересовал сюжет «Гилос, увлекаемый нимфами в воду», высмотренный художником на одном из античных фресок, найденных при раскопках Помпей и Геркуланума, и, как сообщал художник в своем письме, могущий удовлетворить требованию почтеннейшего общества, заказывающего мне картину с условием, чтобы я поместил в ванной две или три фигуры нагие. Он находил рисунок и композицию древней фрески слабыми и неисправными и решил вступить в состязание с античным художником. Эпизод взят из легенды о походе аргонавтов. Вдруг и оруженосец Геракла, Гилос, во время стоянки корабля около острова отправился за водой. Нимфы источника, плененные красотой юноши, похитили его. Картину Брюлов так и не написал, оставив замысел в многочисленных эскизах и рисунках. Один из них изображает нимфу, обнимающую Гилоса. Это именно рабочий рисунок, этюд. Тут же в нижней части листа намечен общий абрис будущей композиции в виде крошечной картинки, обведенной прямоугольным контуром. Характерный, часто встречающийся в рабочих альбомах Брюлова прием своеобразного контроля того, как прорабатываемый фрагмент соотносится с целым. Рисунок дает почувствовать не только индивидуальные особенности почерка, но и то, как в каком направлении видоизменяется представление об античном в романтическую эпоху. Это было то самое направление, куда после привычки к гипсовым слепкам в академических классах влекли сынов северных отечеств первые впечатления от подлинных антиков, получаемые под южным небом. В той же магии соприкосновения с живой античностью пишет Брюлов домой из Рима. То, о чем мы восхищаемся в гипсе, то в мраморе поражает. Сквознота мрамора делает все нежным. Аполлон не кажется уже каменным или слишком отошедшим от натуры. Нет, он кажется лучшим человеком. Чувства, рождаемые своими произведениями, столь тонки, как чувства осязания, доходящие к рассудку. Сообщить изображению античного сюжета это ощущение осязательной близости. К этому подвигали художники его впечатления от античных памятников. В этом отношении значимо уже не то, что сама история с Гилосом – эпизод героической эпопеи, но именно эпизод, остающийся за кулисами на периферии основных событий, в буквальном и переносном смысле – в тени. Перефразируя Пушкина, можно сказать, что античность домашним образом не героика патетическая, так сказать, парадно-официальная, а интимизированная античность. Соответственно, трансформируется ощущение скульптурно-пластической телесности, так как античность ассоциируется прежде всего с образами скульптуры. С нее снимается парадный глянец, ценимая в классицизме чеканность контура, передающего холодноватую неприступность полированной поверхности, смягчается, словно овивается током воздушной струи. Эффект сквозноты, делающий все нежным, достигается применением растушевки. Форма моделируется не штрихом, а пятном, чем активизируется присутствие еще одного персонажа, нежно обволакивающей светотеневой среды, и тем самым интонируется чувственный характер изображаемой сцены. Вариации темы женской обнаженной модели в эффектах освещения занимали Брюлова с самого начала. Посланные в качестве отчетных парные картины «Итальянское утро» и «Итальянский полдень» сразу же стали знаменитыми, особенно первая картина.
Разрешение заявленной темы мы найдем позднее в картине «Версавия». Если так можно выразиться, это женский вариант нарцисса с учетом накопленного опыта. Начиная с нарцисса и далее в итальянском утре, потом в итальянском полдне, Брюллов изображает фигуру в своего рода пейзажном интерьере, отгороженном от внешнего мира под густой сенью ветвей. Это в точном смысле укромный уголок, тем самым затевается лукавая игра со зрителем. Ему предлагается почувствовать себя в положении соглядатая, видящего то, что обычно происходит в интимном уединении и заведомо не предназначено для постороннего взора. Такого рода интимизация пространственной среды, обнимающей фигуру с ласково обволакивающей светотенью, мотивирует изображение обнаженных и полуобнаженных фигур и одновременно сообщает этому изображению оттенок щекотливой фривольности. В изяществе этой рискованной игры Брюллов был неподражаем. Это свойство входило в важную составляющую в тот успех, который снискал Брюллов в сердцах любителей изящного, и хотя они об этом по большей части молчали, именно оно, это свойство, было определенно выговорено эпигонами Брюллова, прежде всего перенявшими искусство обольщать такими несколько парфюмерными красивостями. Вслед за получением в Петербурге итальянского утра была опубликована посвященная картине статья конференц-секретаря Петербургской академии художеств Василия Григоровича. Автор увидел в этой работе не более и не менее, как обещание стать со временем одним из великих художников нынешнего века. Сейчас кажется по меньшей мере странным в искренне пафос такого заключения по отношению к картине, имеющей в сущности характер изящной безделушки или игрушки, как говорил тот же Григорович в частном кругу. Но именно в этом несоответствии приоткрывается формула того секрета, который заставлял учащенно биться трепетать сердца современников перед искусством Брюллова. «Над вымыслом слезами обольюсь, и гений парадокса вдруг Брюллов измыслил способ сочетать в приятной пропорции то разное, что недавно выступало как несочетаемо противоположное, даже враждебное, и соединить вдруг, как бы в мгновенном наитии. Это разная суть на одной стороне, классическая пропорциональность, непрерывность линейного мелоса, гармония, предполагающая ясное спокойствие, вневременную созерцательную длительность, а на другой, опрокидывающая эту вневременную статику, романтическая импульсивная дискретность, проблеск красоты и смысла в непредумышленных случайных конфигурациях вещей и событий. А на другой, опрокидывающая эту вневременную статику, романтическая импульсивная дискретность, проблеск красоты и смысла в непредумышленных случайных конфигурациях вещей и событий. И едва ли не главную роль в осуществлении этого парадоксального сочетания играет эффект непредумышленности. Как раз об этом, хотя и в порядке проговорки, сказано в отклике Григоровича. Не содержание, но интонацию, музыку всей статьи задает слово «нечаянно». Не для сравнения, а для примера автор вспоминает Венеру Медицейскую ради того, чтобы высказать сомнение, будто мысль к сочинению сей статуи художник нашел в самом себе. Нет, он нечаянно видел прекраснейшую женщину, выходящую из воды. И далее тоже, об итальянском утре. Мысль картины Брюллова, я уверен, едва ли придумана. Он, вероятно, увидел прелестную девушку в таком положении нечаянно. Девушка, моющаяся у фонтана, не есть Венера, следовательно, не должно требовать в произведении Брюллова совершенств идеальных. Здесь снова вроде бы нечаянное противоречие, ведь если Венера Медицейская
почитаемое за образец классического совершенства первоначально есть нечаянно увиденная прекраснейшая женщина, то и современный художник в порядке такой вот нечаянности может увидеть, узнать здесь и теперь в чертах и облике прекрасной женщины ту, что никогда в образе античной статуи была наречена Венерой. Именно такого рода опыт оживления античности и производит Брюллов. Классическое, аполлоническое, нимфообразное оживает, сквозит в контурах естественной жизненности. Оно увидено, его можно потрогать, осязать. Оно никуда не исчезло, достаточно в легкой поэтической рассеянности, позаблудившись в одном из римских парков или окрестной рощи, раздвинуть ветви, и можно невдалеке у ручья на фоне темной зелени увидеть двух собеседников. Чуть-чуть прищурившись, можно узнать в их осветленных контурах фигуру величавого государя с характерным римским профилем, восседающего на дерновой скамье, как на троне, в пурпурной тоге задумчиво внимающего повелительному слову советницы, очевидно являющейся хозяйкой этого уединенного приюта, беседа Нумы Помпилия с нимфой Эгерией. 1824 года картина. Чуть поодаль в тенистом гроте на берегу потока видна юная пара, обнаженные, но словно бы как Адам и Ева до греха падения, не знающие о своей наготе, юноша и девушка самозабвенно прислушиваются к пению струй. Дафнис и Хлоя, 1824 года. Чуть ранее Брюллов писал домой. На сих днях я был в Тиволе, видел Аню, река приток Тибра. Я хотел вам написать его, но картина шуметь не будет, как шумит гроту Нептуна, как гроту Сирен и очаровательные искатели под виллой Мецената. Но не он один любил искусство. И на севере умеют любить их. Так говорил я, сидя на мшистых скалах, окружающих Анию или уцелевших колонн храма Весты. Так сюда приходил Гораций настраивать свое воображение лиру. Из-за этого воздуха, где художник услышится лира и флейта Горация, и сотканы его первые античные образы. Все было старь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнавание миг, написал поэт 20 века Осип Мандельштам. И в продолжении этого, в другом стихотворении, «О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания». Это почти о том же, о чем писал Брюллов в уже цитированном письме, передавая испытанное перед античными подлинниками чувства, рождаемые всеми произведениями столь тонки, как чувство осязания, доходящие к рассудку. Знаменательно в этом смысле взаимообратимость, легкость, с какой у Брюллова мотивы из области мифологической рифмуются с мотивами из области нечаянной жизненности. Склонившийся над водой нарцисс и тот же мотив фигуры девушки, склонившейся над чашей фонтана. Нимфа снизу вверх, тянущаяся, чтобы пленить в объятиях прекрасного юношу, и аналогичная мизансцена в итальянском полдне, где прочитывается та же поза, что и на рисунке Гиласу и нимфам. Брюллов описывал эту сцену так. Молодая девушка стоит на лестнице под виноградником. Существо женского рода в этой картине та же нимфа, что никогда обнимала и тянулась к Гиласу и тянула его за собой в любовную пучину. Только в рисунке фигура была изображена целиком со спины, а здесь погрудно и в повороте лицом к зрителю. Скорее всего, именно совмещением до неразличимости мира, нечаянно наблюдаемого с миром мифопоэтических олицетворений, и объясняется лицо сладострастное. То есть, говоря без обиняков, привкус эротической чувственности, которую строгий судья, старший брат Карла, Федор, отметил в итальянском полдне, расценив ее как рискованную вольность. Thank you.
Если припомнить, что поэтика «Метаморфоз» имеет такую отрасль, как басня, где всеобщие страсти и характеры выводятся под образами всякого рода живых существ в конкретных обстоятельствах, то, возвратив образ первообразцу, мы в итальянском полне получили бы идеальную иллюстрацию к зачину знаменательшей крыловской басни. А в словах зачина – идеальное описание брюловской картины. Голодная кума лиса залезла в сад. В нем винограду кисти рделись, у кумушки глаза и зубы разгорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Такая перекличка оказывается возможна, потому что басня, как и брюловские инвенции, принадлежит к разряду иносказаний, аллегорий. Аллегория чувственной страсти, непробужденной, не ведущей себя утро и в полотне расцвета полдень – вот, собственно, настоящая тема и жанр этих брюловских картин, взятых именно как пара, двуединство, контрастные вариации на одну тему. По-видимому, это роение мифопоэтических ассоциаций, не чуждо самому художнику, и заставляло изощренных в аллегорических премудростях академических менторов испытывать перед его игрушками, выражаясь слогом Манилова, «парение этакое». Будто для того, чтобы акцентировать аллегорический момент в этом цикле времен дня, переплетенных с возрастными ступенями жизни, Брюлов в том же, что и итальянский полдень в 1827 году написал как бы запросто, без затей, картину «Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя». И все-таки затея здесь есть, и вполне в брюловском вкусе. Красиво изогнувшись и приподнявшись на пальцах, протянувшись одной рукой, чтобы сорвать виноградную гроздь, и зацепившись другой за ветку, чтобы не потерять равновесие, девушка принимает позу, нечаянно отлившуюся в танцевальное па. Этот изящный казус подчеркнут пластически и сюжетно, позой другой, возлежащей на ступенях девушки, устроив голову на тыкве, она позвякивает бубном, словно аккомпанируя подруге. Как принято в балетных пантомимах, грацию героини оттеняет уволень. В этой роли здесь выступает карапуз, волокущий на плече несоразмерно огромную бутыль. Его фигурка остроумно цитирует забавных путей, сопровождающих вакхические шествия и увеселения на картинах старых мастеров. Сценка таким образом превращается в репетицию танцевальной пантомимы для традиционных октябрьских праздников, праздников сбора винограда. Известно, что среди учеников Брюлова его последний день Помпеи фигурировал под названием «Просто картина». Это значит, что для них это была картина с большой буквы. Картина картин, вроде того, как книга книг Библия буквально означает «книга». В сердцевине своего замысла и конечного эстетического эффекта последний день Помпеи являет собой не просто очередной опыт в стиле метаморфоз, но воплощенную идею, принцип метаморфозы, как то, на чем зиждется волшебная сила искусства вообще, только не в игрушечном, а в грандиозном масштабе. Со своей определенностью это выражено Гоголем. Мне казалось, что скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними, что скульптура эта перешла, наконец, в живописи и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Итак, идеал совершенства, окаменевший в скульптурных памятниках, претерпел метаморфозу, преобразился и воскрес в живописной форме.
Ведь живопись есть буквально искусство писать живо, то есть так, чтобы было как живое. Тогда как в скульптуре это живое окаменевает, обездвиживается. В ней утрачиваются те атрибуты жизнеподобия, которые способны восстановить живопись, не утратив при этом совершенства, отпечатленного в скульптурных формах античными мастерами. Отсюда следует, что гибельный сюжет Помпеи интерпретирует не трагический случай из истории, а другой, художественный сверхсюжет. В нем повествуется о том, как в искусстве идеал совершенства был сохранен, а значит, сохранен и спасен в камне, чтобы оказаться способным преодолеть, победить время и вновь возродиться в живописи. Когда она, постигнув в скульптурных образах черты совершенной красоты, накопила собственные средства, чтобы оживить верный путь красоте, дыхание и трепет жизненности. Это был долг, который романтическое искусство живописи должно было возвратить классическому искусству скульптуры, сумевшей прежде живописью уразуметь идеал совершенно прекрасного. Таково было общее умонастроение в диалоге антизма с романтизмом. Таков был эстетический фон, на котором обрисовывались контуры Брюловской картины. Ее живопись иллюстрировала именно этот метафизический сверхсюжет о неисповедимости путей преемственности и трансляции художественного опыта, а не ужасное событие, приключившееся однажды вследствие революции стихий. Напомним, Боротынский сочиняет известные строки «И стал последний день Помпеи, для русской кисти первый день», а Гоголь в самом начале своей статьи объявляет это мрачное зрелище конца и гибели светлым воскресением живописи. В обеих формулах финалистический сюжет и название картины обыгрываются в одном ключе. Да, это и есть воистину ключ к картине и особенно к тому умопомрачительному успеху, который ей удалось стяжать у современников. А обыгрывается антитеза – день последний, то есть знаменующий конец, гибель, смерть, и первый, то есть знаменующий начало, рождение, воскресение. Причем в обоих случаях катастрофическое убывание жизни в одной материи, материи истории в одной точке поставлено в мистическую связь с чудесным пребыванием животворящей энергии в другой материи, материи искусства, и в другой исторической и географической и на бытийственной точке. То есть рисуется образ животворящей смерти. Древний мир погиб, но спасен красотой, которую воскресил и обессмертил Брюлов. Об этом прямо толкует Гоголь. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своей красотой. У Брюлова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. В первом веке новой эры серия извержений вулкана Везувий, сопровождавшихся землетрясениями, разрушила несколько цветущих городов, расположившихся вблизи его подножия. Город Помпея в течение всего двух дней августа 79 года был засыпан вулканическим пеплом и оказался погребенным под его 7-метровой толщей. Казалось, он скрылся навеки с лица земли. Открытие Помпеи совершилось в 1748 году, и с тех пор, десятилетие за десятилетием непрерывно ведущиеся археологические раскопки открывали город миру. Помпеи оставили сильнейшие впечатления в Брюлове уже при первом посещении им города в 1827 году. Его брат Александр изучает помпеянскую архитектуру и работает над проектом реставрации помпеянских терм.
Кажется, что тема будущей картины возникла естественно, как дань этому непосредственному впечатлению. Хотя на фоне неостывающего интереса к раскопкам древнего города сюжет гибели Помпей успел приобрести в европейском искусстве характер кочующего сюжета. Романтизм создан поколением людей эпохи наполеоновских войн, перед взорами которого, как сказано у Пушкина, игралися таинственные игры, метались смущенные народы. Когда, казалось, слепой случай менял ход истории и обретал актуальный смысл, древнее понятие рока, иррациональной величины в сцеплениях мировых и частных событий. Исторические сюжеты у романтиков стали иначе изобретаться и трактоваться. В старом классическом искусстве нередки гибельные сюжеты, такие как разрушение Содома, казни египетские и тому подобное. Но в этих библейских историях подразумевалось наказание свыше, действие божественного промысла, как если бы библейская история знала не бессмысленный рок, а только гнев Божий. В картине Брюлова люди во власти слепой природной стихии – рока. В Помпеи нет главного героя, перед нами толпа, народ, объятый страхом. В отличие от картины, где возобладал старый классицистический канон развертывания действия по сценическому принципу с обязательным разворотом лицом к зрительному залу, в эскизах прорабатывался иной вариант – с направлением движения в глубину. Отдельные фигуры показаны со спины в сильном диагональном движении внутрь. Такой прием размещения групп наделял происходящее во внутрикартинном мире независимым от зрителя существованием, как если бы на сцене, где все существует в расчете на зрителя, произошло нечто самоделишное, вызвавшее переполох, заставляющий забыть о зрителе. Но именно это самоделишное происшествие, например, настоящий пожар на искусственно приспособленной для искусственных страстей сценической площадке, заставляет зрителя вдруг ощутить, что все, что он видит, его впрямую касается, что он соучастник события, а вовсе не зритель. Точно так же смысл применяемого Брюловым в эскизах композиционного маневра изменить зрительную установку по аналогии с подобного рода ситуациями, чтобы зритель проникся ощущением, что происходящее его впрямую касается. В эскизе из собрания Третьяковской галереи много закручивающихся линий. Возникает впечатление клубка, клубящегося, разноправленного, прямо-таки брауновского движения. В правом верхнем углу изображено извержение. Огненный язык вырывается из жерла, а по склонам вулкана стекают огненные языки лавы. Красное небо тоже в клубах пламени. В этом эскизе наличествуют видоизмененные цитаты из ватиканской фрески «Пожар в Борго». Здесь и группа фигур с воздетыми к небу руками, как бы умоляющих верховные силы, она рисуется на фоне прямоугольника гробницы, который ограничивает глубину и создает ощущение тесноты пространства.
Осуществленный таким образом сплав классицистического канона с новыми романтическими пристрастиями обеспечил картине успех как в итальянской художественной среде, откликнувшейся восторженными похвалами, так и в Петербурге, куда доходили эти восторги и где с нетерпением ждали картину и ее автора. Картина создавалась по заказу Анатолия Демидова, богатейшего наследника уральских горнозаводчиков, купившего себе в Италии титул князя Сан-Донато, коллекционера-мецената. В 1834 году Демидов приехал в Петербург, преподнес картину Николаю I. Но прежде он, желая показать ее во Франции, отправил Помпею в Париж, и в марте того же года она экспонировалась в салоне. Жюри присудило картине главную премию выставки. Но Брюллов остался недоволен реакцией французской критики, особенно после итальянских восторгов. Французская художественная критика отражала в первую очередь расстановку сил в собственном искусстве, а это была борьба партий. Достигнутый Брюловым компромисс романтизма и классицизма на фоне продолжавшегося противостояния классиков и романтиков вряд ли удовлетворял оба лагеря. Помпея оказалась на выставке между Святым Симфорионом Энгра и алжирскими женщинами Делакруа. К сожалению, о парижском пребывании художника не осталось никаких документальных свидетельств. Если Брюллов и был тогда в Париже, но очень недолго. Вернувшись в Италию, в Милан, незадолго до открытия местной выставки, Брюллов в одном из великосветских приемов был задет замечанием, что при всей своей гениальности вряд ли он успеет написать к выставке новое произведение. Он заперся в пустующем покое дворца Брера и не покидал его до тех пор, пока через 17 дней не была готова картина «Смерть Энессы де Кастро». В этом полотне притворились впечатления от живописи Поля де Лароша, чья картина «Леди Джейн Грей» и ее палачи экспонировалась в том же парижском салоне 1834 года. Деларош специализировался на писании костюмных исторических мелодрам, в которых исторические герои представали страдающими просто людьми, вызывающими к сочувствию зрителя. Деларошевская линия в исторической живописи длилась на протяжении всего XIX века, и именно Брюллов стоит в начале русского ее варианта. Сюжет взят из поэмы «Лузиады» португальского поэта XVI века Луиса Камоэнеса, кстати, весьма популярного у романтиков. Наследник португальского престола после смерти своей первой жены тайно обвенчался с Энессой де Кастро. Король приказал умертвить ее, и придворные закололи супругу инфанта в спальне на глазах малолетних детей, наводящая ужас сцена. Хватают и готовятся заколоть упавшую на колени перед королем женщину. К ней жмутся двое крошечных детей. Костюмы мужских персонажей при всей их театральности претендуют на историчность. Похожие одеяния действительно можно увидеть в живописи XVI века.
В сочиненной Брюловым мизансцене четверо мужчин против одной женщины с малыми детками, крик, обнаженные кинжалы, вытаращенные глаза, страсти, что называется, рвутся в клочья, будто трагифарс, разыгрываемый актерами провинциального театра и рассчитанный на невзыскательный вкус. Все поставлено на грань вызывающей вульгарности. Хотите Делароша? Нате вам Делароша. Если бы возможно было фронтальное сопоставление Брюловского сочинения с упомянутой картиной Делароша, то Делароша в ней сама грация, музыка, такт, наконец, психологическая тонкость и наблюдательность. Написав картину в рекордно короткий срок, кстати, в смысле живописной отделанности, это одно из самых законченных его произведений, Брюлов выиграл дуэль с великосветскими миланскими задирами, но не с Делорошем. Искусство же, безусловно, проиграло. В какой-то момент закрадывается подозрение, не есть ли это со стороны Брюлова род мистификации, розыгрыша. Не сочинил ли он пародию, карикатуру на нечто вроде Делароша. Кстати, Брюлов часто рисовал карикатуры и в свойском артистическом кругу имел репутацию весьма ядовитого карикатуриста. Любопытен в этом отношении отклик одного из итальянских критиков. Это живописец проворный, который соблазняет, обманывает. Но проворство, доведенное до крайности, иногда вредит ему, как повредило в Инессе. Мемуарист, имея в виду такого рода уколы, которым иногда подвергался Брюлов, замечает. Миланские старожилы до сих пор хорошо помнят случай, побудивший Брюлова написать Инессу де Кастру, и, слушая критические замечания о ней, с улыбкой говорят: «Все это хорошо, но попробуйте написать такую картину 17 дней». Быть может, Брюлов и сам рассматривал свой опус как эксцентрическую выходку. Во всяком случае, этот опыт исторической костюмной драмы в жизни царей и цариц, происходящей в тени за портьерами парадных апартаментов, не получил никакого отклика ни в творчестве самого Брюлова, ни в русской живописи последующих трех десятилетий. В декабре того же 1834-го архитектор Алексей Горностаев писал Александру Брюлову о Карле. Он сообщил мне свою гигантскую мысль – представить в картине то время, когда варвары разграбляют Рим. Эта мысль воплотилась в эскизе нашествия Гензериха на Рим. В 1835 году вышел в свет сборник «Арабески», разные сочинения Гоголя. Там напечатаны статьи «Последний день Помпеи» и о движении народа в конце V века. Последний излагает самые яркие моменты варварских нашествий, в том числе говорится о вандалах, их вожде Гензерихе, который имел необыкновенное искусство грабить. После него уже никто не мог ничем поживиться. Очень затруднительно полагать, что Брюлов, не заглянув в эту статью Гоголя, а ограничился только чтением гоголевских дифирамбов в своей картине. Пришедшая ему еще в Риме гигантская мысль вдруг здесь оказалась поддержанной. Вандалы с их Гензерихом – это тоже страшная стихия, но то буря история, столкновение миров, римского, утонченного, но дряхлого и дикого, и примитивного, варварского. Thank you.
Гибель античного мира здесь происходит не от природы стихий, а от вулкана по имени История. С умозрительной точки зрения это был отличный сюжет, типично романтический. А классика предстояла бы здесь в своем историческом бытии, а не как вневременный идеальный образец. Германское племя вандалов отвоевало у Рима Северную Африку, где Гензерих основал свое государство, которое пиратствовало в Средиземном море. Огнем и мечом он крестил христианство, и этот христианский варвар-вандал стал нарицательным именем. В 455 году вандалы вторглись в Рим и до нитки ограбили его, хватая не только золото, но и зачем-то художественные ценности. Взяли в плен и увезли артистов и художников, а также императрицу Евдоксию с дочерьми. Это именно она тайно пригласила Гензериха в Рим, чтобы, используя его силу в разборках и интригах по захвату императорской власти, отомстить за умерщвление своего мужа-императора. Высокомерные римляне дрались между собой руками варварских отрядов. Сам Гензерих показан не столько римским полководцем, сколько кем-то вроде средневекового рыцаря. Его воины – африканцы, похожие на арабских бедуинов. Они грабят буквально. Намечены две фигуры, которые лезут на арку, что-то оттуда срывают, выносят семисвечник и как такую же добычу ловят женщин. Во многом эскиз – это реплика Помпеи. Имеется ряд прямых повторов. Группа императрицы в зубчатой короне с двумя дочерями в центре аналогична такой же группе в правой части Помпеи. Молодой человек, у которого алжирский бедуин утаскивает женщину, в чуть измененном виде повторяет группу, изображающую Плиния, уговаривающего свою старую мать бежать из Помпеи. Правда, в этом эскизе есть драматургический центр. Гензерих на коне перед коленопреклоненной Евдоксией. Если отвлечься от общей сутолоки, можно отметить, что Брюлову удалось в этом диалоге выразить нелишенную психологической и исторической точности подробности интриги с использованием Гензериха в политической игре. Варвара не манит власть римского императора и связанное с ней бремя государственных забот, только грабеж – способ существования. В отзывах современников, видевших эскиз, он так попросту и именуется. Варвары грабят Рим. Фигура епископа на втором плане тоже красноречива в своей неподвижной пассивности. Он лишь свидетель гибели и разорения Рима, на который направлен бич Божий. Именно так называли христиане другого варварского вождя Аттилу. На уровне замысла исторической драматургии сюжет этого эскиза вполне совпоставим с идеей картины Делакруа «Взятие крестоносцами Константинополя». Неоконченной осталась следующая историческая картина «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием» в 1581 году. В основе сюжета эпизод Ливонской войны времен Ивана Грозного. Последний год войны войска Батория осаждают мощно укрепленный Псков. Утром 8 сентября 1581 года неприятель пробил городскую стену и занял две башни – Свиную и Покровскую. Момент был критический. Сопротивление осажденных слабело. Предводитель псковских защитников боярин Шуйский, а также печерский игумен Тихон, двинувшиеся с иконами, мощами и хоругвями, остановили отступление.
занятую поляками свиную башню Псковичи взорвали и сумели выгнать неприятеля из Покровской. Сражение было кровопролитное, обе стороны понесли тысячные потери. Оборона Пскова была действительно важным и героическим моментом. Все висело на волоске. За падением Пскова мог отложиться Новгород, и без того было много потеряно в этой тяжелейшей Ливонской войне. Над огромным, больше Помпеи, холстом Брюлов начал работать в 1839 году. Тот замысел, который казался таким выразительным, в размашисто написанном эскизе в картине не удался. В эскизе намечалось какое-то светло-небесное воинство, прогоняющее врагов, момент чуда. В нем художника занимала чисто живописная экспрессия. На фоне золотистого света цвета контражур затененных фигур первого плана создавал эффект чудесного видения. Художественная идея эскиза, где некая просветляющая сила поднимает защитников, в картине обернулась суетой. Предметом изображения стало стремление в битву, но сама она остается вне поля зрения. Художник явно уходил от традиционного иконографического типа баталий, от изображения битвы как противостояния сил. Но в результате вся энергия изображенного натиска проваливается за пределы композиции. В отличие от композиционного плана Помпеи, он попробовал развернуть движение толпы внутрь картины, как бы предлагая зрителю стать соучастником действия. Но при этом в картине оказался незыблемым принцип разворачивания действия, как на сцене. Персонажи выходят из левых кулис и, описывая полукруг, поворачиваются в правую. Нижний левый угол картинного поля фиксируется традиционным приемом. Сюда помещена неподвижная профильная фигура женщины в совершенно оперном кокошнике и лежачая фигура раненого. В центре картины оказался изображен со спины монах на лошади с поднятым крестом в руке. Известно, что крупом лошади и монахом восхищался Репин, справедливо отдавая дань тому, что Брюлов действительно умел ловко и живописно выполнить фигуру в ракурсе в движении. Поместив сюда этого монаха, художник, видимо, рассчитывал на ассоциации с пересветами ослябей, некогда посланными Сергием Радонежским на Куликово поле. Один из современников, художник Федор Солнцев, говорил Брюлову, что у него получился крестный ход, а не осада. Брюлов чувствовал неудачу, все больше охладевал к картине и оставил ее неоконченной. То, что выходило у него, отдавало духом православия и народности из официозной триады Николая I, а девизом картины можно было бы счесть название драмы кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». В объяснении неудачи Приловского начинания можно указать на внутренние и внешние причины. В первом следует отнести недостаточную проработку сюжета и композиции в эскизах и в этюдах. Единственный масляный эскиз с его чисто живописной образностью и экспрессией, отсутствием повествовательности достаточно, что называется, раскрыл тему.
Противоречие между эскизом и картиной заключалось в том, что композиции многометровой картины приходилось материализовывать и детализировать красочные эфемерности эскизного письма. Быстрота и широта эскизной манеры, взятые на вооружение живописцами и романтиками в качестве художественного средства для выражения текучести, переменчивости жизненных явлений, сами по себе не могли отменить законов и условностей картинного построения. Теоретически можно допустить, что, пробуя варианты в эскизах, художник обнаружил бы коварство этого соединения религиозной процессии и битвы. Помпеи он пришел в конце концов к тому, чтобы бегущую толпу остановить перед зрителем в статуарных группах, призванных замедлить зрительское созерцание, хотя уже современники указывали на однообразие выражения ужаса на лицах. Повествовательный характер групп переводил мотив бегства в картинное повествование. В осаде нет разбивки на сюжетные группы, но есть однообразие движения. Превалирующий здесь крестный ход, призванный укрепить дух защитников и вдохновить на бой, мог бы и сам стать самостоятельной темой. Но очевидно, что это другая тема, совершенно не требовавшая такой динамики, беготни, а напротив, замедлявшая, если не совсем останавливавшая действие. Момент перетекания крестного хода в драку, что получилось у Брюлова, лишил картину преимуществ первоначально заявленного момента – показать, как на призыв духовенства совершается перемена в настроениях защитников и переход их к решимости идти в бой. Не в последнюю степень это было связано с неспособностью расстаться с наваждением последнего дня Помпеи. Проще говоря, с навязчивым желанием повторить тот давний успех, в известной мере раскрывая тайну этого успеха. Тайна эта заключалась в обладающей заразительным эффектом зрелищной патетики, предопределенной вмешательством в обычный человеческий распорядок надчеловеческой катастрофической воли, в своей запредельности аналогичной чудесному вмешательству. Помпеи то был злой рок, олицетворяемый пламенем Везувия. Здесь, в осаде Пскова, это благое провидение, символизируемое хоругвями веры, осеняющими шествие духовенства. В обоих случаях, как и положено, всему чудесному, видение этой движущей ход событий силы показывается в верхней небесной зоне изображения и в глубине, так сказать, в тылу основных действующих лиц. Это внешнее совпадение определило сходство композиционного плана обеих картин, но то было каверзное сходство, мистифицирующее существенные различия, ведь в первом случае действие этой надчеловеческой силы рассеивает, дезорганизует, лишает людей воли. В осаде Пскова изображение перерастает в батальную сцену, где смысл небесного видения в укреплении воли православного воинства перед иноверцами. В одном случае все перед лицом этой небесной силы одинаково терпят одинаковое поражение, а в другом ею даруется победа одной из сторон. Брюлов оказался не готов к той композиционной трансформации, которую диктовало преобразование сцены чудесно-мистической в сцену историко-батальную. Он оказался в плену не сюжетных антиномий, а невозвратимого успеха Помпеи, который новой картиной он надеялся воскресить. Увы, успех, эффект он любил больше, чем одинокие творческие радости, достигаемые в единоборстве с трудностями каверзного сюжета. Размышления над драматургией сюжетного момента, разработка его иконографического аспекта, то, что в старой академии называлось сочинением, особый раздел творческой работы в сфере изобразительного искусства. Здесь и обозначились границы пределы брюловского гения.
Ему свойственны легкость, стремительность, артистизм, виртуозность, но не склонность к обдумыванию строжайшему, выражение Александра Иванова. Брюллов обнаружил недостатки сочинения уже на стадии большого полотна. Можно сказать, что он пал жертвой своего стремления к изображению быстро совершающегося действия, некогда быстро промелькнувшего в начальный момент замысла. Роковая неудача осады Пскова по-своему значительна, быть может, не в меньшей степени, чем удача Помпеи. Дело в том, что изображение битв не в аспекте единоборства героев, а в противостоянии сил, то есть в плане исторической баталистики, является первым и древнейшим прообразом новоевропейской исторической картины. Например, первый прецедент увековечивания подлинно исторического, не из религиозной истории, события в русской живописи – это изображение такого именно противостояния в иконе конца XV века – битва суздальцев с новгородцами. В европейском искусстве нового времени первый образец собственно исторической, не мифологической картины «Сдача Бреды» Веласкеса. Она также посвящена ключевому эпизоду военной кампании. Можно сказать, что батальная проблематика закодирована в самой памяти исторического жанра, постоянно заявляя о себе в его художественной истории. Брюллов был первым из русских художников XIX века, кто столкнулся при работе над осадой Пскова с этой проблематикой. Он потерпел поражение, и свернутая в запасниках незавершенная картина была забыта. Но в этой неудаче, помимо чисто творческих трудностей, которые были уже описаны, по-видимому, существует еще один аспект. Изначально замысел осады Пскова возник абсолютно спонтанно. При чтении Карамзина во время путешествия в Турцию и Грецию на пути из Италии в Россию. Тогда же сделан был один из первых эскизов. То есть это было сделано абсолютно вне контекста петербургских впечатлений, отношений с императором и так далее. Но в процессе работы над картиной уже в Петербурге Брюллов не мог не чувствовать, что она попадает в тон николаевской православно-самодержавной народности, то есть неожиданно подмешивался непредполагаемый изначальным замыслом вне художественный мотив, что не могло не обескураживать требовательного мастера. Количественные, изобильные в искусстве Брюллова жанровые сцены маслом и акварелью – это разновидность бытовой живописи, которую называют итальянским жанром. Специфика его во многом обусловлена самим способом функционирования подобных изображений. Они заказывались путешествующей аристократии в качестве своего рода сувенира, призванного дома напоминать о блаженных краях и счастливых мгновениях, пережитых в Италии. Итальянскому жанру отдавали дань художники разных стран, работавшие в Италии, то есть это был интернациональный жанр. Для русской живописи Брюллов стал изобретателем и главным дизайнером этого типа картинок. Жизнь обитателей полуденной земли представала отнюдь не в социальных и драматическо-психологических бытовых коллизиях. В этих картинах нашло отражение представление об Италии как о стране восхитительно прекрасной природы, стране искусств. Не об итальянцах, как о народе, хранящем классическую красоту, наделенном врожденной пластической и живописной грацией движений и поз. Италия и итальянцы как будто бы в самой реальности существуют по законам художественности и красоты и дают готовые картины, так что художнику остается только зафиксировать их. Этим определялась степень условности итальянского жанра, в котором явственно прослеживается избирательная заданность тем и настроений.
например, предпочтительными и довольно устойчивыми мотивами, в нем становятся изображения религиозных церемоний, праздников, таких как октябрьский праздник сбора винограда, гуляний с танцами или более лирических состояний, музицирование, молитва перед образом Мадонны, свидание влюбленных. Католические монахи, пилигримы в живописных лохмотьях, пастухи Пиферари в широких плащах и войлочных шляпах, красивые молодые люди, отмеченные выразительными чертами национального типа, населяют эти картинки. Столь ценными романтиками местный колорит в итальянских сценах не перегружен чертами сухого описательного этнографизма. Сцены семейной жизни происходят на затененных зеленью террасах домов, в пейзаже, в гармонии с природным окружением. Вообще, едва ли не за единственным исключением смерти Нессе де Кастро, в картинах Брюллова постоянно присутствует пейзажная среда, чрезвычайно важная в композиционном, колористическом и поэтическом отношениях уже в однофигурных итальянском утре и итальянском полдне. Природа у Брюллова – это уютная ниша или сень, прикрывающая от южного палящего солнца, как в картине у Богородицкого дуба, где искусственно наплетенная крона дуба не без юмора уподоблена изображенному тут же зонтику. Яркость и звонкость колористического тембра, игра искрящегося света погружают в праздничную и беззаботную атмосферу. Итальянская природа, благоволящая человеку, альтернатива этому, страшные развершиеся, несущие гибель небеса Помпеи. Где-то в середине образ равнодушной природы в чисто пейзажных работах, выполненных Брюловым в Греции. В этих акварелях мы встретим далевые пейзажные панорамы, виды гор или равнин, тянущихся до горизонта и тающих, становящихся вдали почти призрачными контурах. Это еще один вариант романтической стилистики, правда, оставшийся эпизодом в творчестве Брюллова. Зрелищность итальянских жанров Брюллова призвана увлекать зрителя безмятежной красотой этой жизни, как будто бы существующей по эстетическим законам, так же, как сами картинки призваны выполнять функцию украшения, например, гостиной или будуара. Адекватная реакция на них, любование прелестью и грацией и самого предмета изображения, его художественного выражения. Характерно, что Брюллов за единственным исключением «Гадающая Светлана» картина 1836 года не писал русских сцен, но увлеченность брюлловскими жанрами возвела их в образец и для русской тематики, чему есть немало свидетельствующих об этом произведении. Непосредственно из брюлловской мастерской вышла картина Григория Михайлова «Девушка, ставящая свечу в церкви»,
Академия вполне поощряла этот путь, неудивительно поэтому, что русский жанр, начиная с 1860-х годов, презрительно отворачивался от всей этой русифицированной итальянщины с ее открыточной красивостью. При этом доставалось самому Брюллову, чья слава и авторитет, так высоко стоявшие при его жизни, подвергались сокрушительной критике прежде всего со стороны Владимира Стасова, того самого Стасова, который в юности на себе испытал увлеченность брюлловским гением. А именно этим словом «гений» современники легко и восхищенно и только так называли Брюллова. Достижения Брюллова в портретной области признавались безусловными и неоспоримыми, в том числе и такими суровыми критиками, как Владимир Стасов и Александр Бенуа. Современники почитали за величайшее счастье и удачу иметь портрет брюлловской работы. За свою жизнь художник создал огромное количество живописных и акварельных портретов. Писать их он начал еще в Петербурге, до отъезда в Италию. В Италии Брюллов осваивает все виды портретного жанра, от парадного конного до малоформатного акварельного портрета. Брюллов в совершенстве овладевает техникой акварели, доводя до виртуозности свое мастерство. Ювелирная тонкость и точность придают его произведениям качество драгоценной реликвии, возбуждающей гордость владельцев. Шедевром такого рода является портрет неизвестной Тюльпани. Тончайшим образом в миниатюрной технике прописано лицо. Шире и свободнее красно-бело-золотой тюрбан. Почти в один тон прозрачно перекрыт рисунок рук. Дань романтическому ориентализму, породившему моду на восточные шали, тюрбаны и тому подобное, и элегантная естественность позы, преобразующая эту экзотику в явление высокого стиля. Тот же романтический вкус, оценивший прелесть незаконченности в характере исполнительского приема. Плечи, одежда и драпировка шали едва читаются в невесомых карандашных контурах. Парадный портрет в наибольшей степени подвержен традиционализму, этикетных норм светского вежества, обеспечивающих праздничную торжественность самодемонстрации модели зрителю. Брюллов всегда придумывает реальную жанровую мотивировку предстояния модели. Всадница возвращается с прогулки, Самойлова удаляется с бала, Салтыкова присела отдохнуть, словно бы перед выходом в гостиную, где ей предстоит принять роль любезной хозяйки. Сестры Шишмаревы отправляются на конную прогулку. Мадам Бек выносит в гостиную показать свою малютку. Имея дело прежде всего с портретированием частного лица, Брюллов должен был высмотреть эти формулы парадной репрезентации в самой действительности, придать им бытовую убедительность. Акцентрируется не статус, а личность, что вполне соответствует романтическим ценностям, исключавшим всякую патетику официозного толка. Характернейшие особенности брюлловского понимания парадности явлены в картине «Всадница». «Всадница» была создана по заказу графини Юлии Самойловой, постоянно проживающей в Италии, где в Милане у нее была роскошная вилла. Картина изображает ее воспитанниц Джованнино и Амацилию Пачини. Увлечение Брюллова Самойловой –
эксцентричное и богатое, ведущее независимый свободный образ жизни, нашло отражение в том, что ее изображения отмечены чертами творческого вдохновения и принадлежит к лучшим образцам брюловского парадного портрета. В портрете Самойлова из Джованнино Пачини и Арабкой героиня, почти вбегая в гостиную, счастливо и весело улыбается зрителю, небрежным движением сбрасывает шаль на руки Арабки, в то же время обнимая восхищенно-восторженно глядящую на нее Джованнино. Об этом портрете писал Александр Тургенев в 1832 году в письме из Рима к Петру Вяземскому. «Сюда прилетела оттуда графиня Самойлова. Я застал ее в ательер Брюлова в позиции бегущей красавицы с арабкой и воспитанницей. Стоит обратить внимание на выразительное сопоставление «прилетело» в жизни и «бегущая» в изобразительной мизансцене, рисующая образ легкокрылого существа, полуэльфа, полуангела, которого нельзя вообразить иначе, как стремительно скользящим по воздуху. Написанный в Петербурге портрет Самойловой, удаляющейся с бала, когда Самойлова прибыла в Россию для получения наследства, которое оставил ей граф Юлий Литта. Великолепное завершение цикла картин, посвященных знаменитой красавице. Видимо, пробуждение творческой фантазии Брюлова стимулировалось той стороной жизни, где царят яркая праздничность и возбужденное оживление, где много нарядного, роскоши и неги. Но это еще и мир непосредственных чувств и свободных движений души, в которых проявляется ощущение полноты и красоты жизни, если можно так выразиться, синонимичный миру его итальянских картин. В том, что его совсем не привлекали, официальная значительность и торжественность, видимо, кроется причина, почему Брюлов не только не стал придворным портретистом, но всеми возможными, а иногда и рискованными средствами уходил от этой роли. Смелость, какой он избежал необходимости писать самого императора, запомнилась многим современникам. Брюлов воспользовался опозданием Николая к нему в мастерскую, взял шляпу и ушел со двора. Приказал сказать государю, если он придет: «Карл Павлович ожидал, Ваше Величество, но зная, что вы никогда не опаздываете, и заключил, что вас что-нибудь задержало, и что вы отложили сеанс до другого времени». 20 минут спустя, после назначенного времени, государь пришел в мастерскую Брюлова в сопровождении Григоровича. Изумился, что не застал Брюлова дома, и, выслушав объяснение дела, сказал Григоровичу: «Какой нетерпеливый мужчина». После этого, разумеется, о портрете никогда не было более разговоров. Он почти демонстративно забросил работу над портретом Александры Федоровны на конной прогулке после отмены императрицы нескольких сеансов. Чисто художественный инстинкт как будто заставлял Брюлова дистанцироваться от придворной среды, тем более что и без нее он не избегнул упреков салонности. Thank you.
В самой природе Брюловской парадности кроется противоречие. Балансирование на грани жанровой сцены создает опасность потери подлинно портретных задач. Портрет «Бек с дочерью» демонстрирует это с полной наглядностью. Если в XVIII веке условно подобранный антураж занимал откровенно подчиненное положение по отношению к портретируемому, исполняя роль комментария и функцию декоративного аккомпанемента, то в названном портрете роскошная обстановка гостиной, написанная с привычкой для Брюлова красочной яркостью, убедительностью передачи драгоценных бархатов, бронзы, мрамора, становится равноправным объектом зрительского внимания и интереса. Героиня портрета, известная красавица своего времени, в своей идеальной томной красивости и какой-то вялой статичности, предстает в трогательной роли матери. Расчет на сентиментальную и даже умилительную реакцию зрителя слишком навязчиво очевиден. В отличие от парадных, особенность почти всех интимных портретов – это некая созерцательная самоуглубленность. Не побоявшись анахронизма, можно сказать, что это портреты с длительной выдержкой. Демонстративность вообще, конек Брюлова, отнюдь не исчезает, но приобретает иное качество. Общение со зрителем почти всегда предполагается, только это уже другая, сравнительно с портретами XVIII века, атмосфера. Другое общество и другие формы общения. Нечто от своего кружка, а не стандартная, предписанная нормами светского этикета, улыбчивая любезность. Живописному портрету Виталий предшествовал выполненный в Москве рисунок, изобразивший скульптора в халате с торчащими вихрами. В этой домашней атмосфере схвачен московско-тропининский дух. Та же внешность добродушного толстяка соединена в живописном портрете с трогательным выражением сосредоточенной внимательности, долженствующим представить нам художника, пристрастно вглядывающегося в собственное творение. В этой экспрессии лица на портрете Витали заметна некоторая нарочитость, как будто Брюлов заставил модель играть не свою роль. Хотя нет ничего естественнее, чем использовать довольно традиционный мотив художник в мастерской при изображении собрата по художественному цеху. Витали вглядывается в выполненный им бюст Брюлова, стоящий перед ним на подставке. Такой сюжет здесь не лишен остроумия, намекая на творческий союз скульптуры и живописи. То, что Брюлов для живописного портрета сочинил своего рода программу, обозначив принадлежность Витали к цеху артистов, а не московских бар-халатах, весьма типично для портретного метода Брюлова, который всегда стремился, по выражению Гоголя, показать человека в верховном изяществе его природы, то есть приподнятой над житейской прозой. Портрет кукольника – своего рода примерный образец портретного метода Брюлова. Известно, что художники-романтики более охотно обращались к портретированию, когда модель оказывалась из близкого круга.
друзья-художники или литераторы, когда можно было получить свободу выражения, поскольку в этом случае теряли свою принудительную обязательность традиционные нормы взаимоотношения с заказчиками. Отсюда, кстати, значительность автопортрета и автопортретной темы в романтизме. К роду типических представителей романтиков можно отнести Александра Строговщикова в портрете 1840 года. Портрет изображает еще одного представителя литературного цеха, поэта и переводчика немецкой литературы. Он много переводил Гёте, в том числе Фауста. Белинский в одном из писем 1838 года писал о Струговщикове. У него есть талант, он хорошо переводит Гёте. Известно, что Струговщиков сделал зарисовку Пушкина на смертном одре в квартире поэта. Подобно кукольнику, друг Михаила Глинки и Брюлова, он был, как теперь иногда говорят, поинтеллигентнее кукольника. Струговщиков принадлежал тому поколению молодых людей, которые жили в последекабристскую эпоху. Он был вполне человек 40-х годов, эпохи мысли и разума. Это поколение было замечательно тем, что все о самом себе прекрасно понимало. Струговщиков, например, писал, отчасти оправдываясь и оправдывая Глинку за дружбу с кукольником и за участие в кутежах кукольниковской братьи. Правы были порицатели в том, что вся кукольниковская компания не внесла в нашу литературу ни одной новой сильной мысли, не выработала ни одного здорового общественного принципа. Как не сделали этого и гостиные наших меценатов с их Жуковскими и Вяземскими. Но литературное влияние последних периодов 1820 и 1830 годов обусловлено было иной средой. Погром 14 декабря отнял надолго охоту у передовых людей общества вмешиваться во внутреннюю политику нашей жизни, да и самые пути к тому были загорожены. Портрет Струговщикова невольно приводит на память пушкинские строки. «Зорю бьют из рук моих, ветхий Данте выпадает, на устах начатый стих недочитанный, затих, дух далече улетает». Автопортрет 1848 года едва ли не лучший из портретов Брюлова вообще. Маленький, полненький, с добродушно смеющимся лицом, Брюлов походил более на беззаботного помещика, нежели на великого художника. Но когда говорил про искусство, сейчас заметно было, что в нем горит священный огонь. Таким увидела великого маэстро одна из современниц. Отметим завидное бесстрашие в употреблении кажущегося на современный слух в искреннем выражении «священный огонь». Оно, возможно, было лишь в контексте еще не утраченных тогда навыков риторической культуры, позволяющей отчетливо различать, не смешивая уровни компетенции низкого и высокого слога. Если воспользоваться тем же стилем, то адекватно принятой тогда метафорики выразить тему Брюловского автопортрета можно формулой «угас священный огонь». Разумеется, все это предполагает в зрителях умение опознать и прочитывать подобного рода отсылки, знания художественных прецедентов, то есть попросту определенный уровень культурной осведомленности. Уместно в этой связи напомнить, что искусство первой половины XIX века имело в виду такого зрителя и адресовалось именно к нему.
В мемуарной литературе, в тех знаниях о личности Брюлова, которыми мы располагаем, заключается некий казус. Глянец, слепящий ореол славы после итальянского утра и особенно после последнего дня Помпеи, настолько сплавлен воспоминаниями о Брюлове, что возникает впечатление, будто художник просто обречен был постоянно оставаться великим. По точному слову исследователя, он, вероятно, не раз чувствовал себя в своей обширной петербургской мастерской, как в золотой клетке. Появляется ли он на приеме в Москве, в Академии в Петербурге, в интернациональном кругу, скажем, в Милане, где впервые была выставлена Помпея, и публика в театре Каркану приветствовала его рукоплесканиями. Он всегда выступал в пространстве ожидания, он всегда словно на сцене, играя роль великого маэстро, гения. От него всегда ждут чего-то экстраординарного. И в воспоминаниях акцентируется не столько его неповторимая индивидуальность, сколько его соответствие этой роли, в то время как все, что ей не соответствует, остается за кадром. Самой природой Брюлова условно предначертано носить на челе печать чего-то необыкновенного и блистательного, тем более, что помимо ореола славы, он, по-видимому, обладал незаурядным личным обаянием. Художник был принят в самых аристократических итальянских кругах – в Милане, в Риме. В 1828 году он порвал с обществом поощрения художников из-за нерегулярной высылки ему пенсионных сумм. Поэтому он беспрестанно работал по частным заказам. Очень быстро выяснилось, что эти-то частные заказы высоко ценятся, приносят изрядные доходы, позволяют художнику пребывать на положении вольного артиста. И в этом смысле Брюлов первый в России художник такого типа. Итальянский Брюлов – своего рода интернациональный гастролер, какими были, например, Паганини и Лист. Персонажи, также окруженные ореолом легенд. Так обстояли дела, когда в 1836 году в Константинополе во время предпринятого им путешествия в Грецию и Турцию Брюлов получил приказание Николая I вернуться в Петербург и занять место академического профессора. Брюлов не решился ослушаться. Остаться в Италии эмигрантом было бы слишком демонстративным шагом. Пушкин в письме жене из Москвы писал: «Брюлов едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи». Петербургская пора – самая драматичная и трудная часть жизни Брюлова. В мемуаристике проскальзывают признания, что он не чувствовал призвания педагога. Эта стезя и эта роль были ему обременительны. Брюлов принадлежал к старой академии, как он говорил. Воспитанники обучались там с малолетства и в старших классах обладали абсолютным техническим умением и мастерством. В новой академии, где были упразднены младшие классы, была такова, что Брюлов не находил в своих учениках той маэстрии, которая была для него само собой разумеющимся и обязательным результатом многолетних тренировок. Будучи, по-видимому, вундеркиндом, Брюлов дома до поступления в академию был вышкален так, что, когда он оказался среди себе подобных, он был приучен окружающими смотреть на себя как на существо, из рук которого может выходить только и исключительно нечто непременно блестящее. Есть специальная область творчества, особая художественная профессия внутри искусства, где блеск составляет непременное условие для того, чтобы произведенное могло быть признано художественным. Это область исполнительской виртуозности. Не по темпераменту, не по складу натуры, а по привычке, ставшей характером и судьбой. Брюлов сформировался в тип художника-виртуоза со всеми характерными для этого типа особенностями репертуарной политики и поведенческих жестов. Если задуманное или начатое не обещало быть блестящим, неглубоким, блестит поверхность, но не глубина.
проникновенным, возвышенным, величавым. Не бывает блестящей величавости, но именно блестящим, если оно не обещало быть таковым, Брюллов сам себе становился неинтересен. Мы знаем, что круг его общения – это артистическая богема. По-видимому, большим ударом для Брюллова была его женитьба. Он развелся через 2 месяца после свадьбы. А при этом он на виду – известнейший портретист. В заказчиках у него чопорная светская знать. Можно вообразить, как этот скандал женитьбы портил репутацию и осложнял жизнь. В 1843 году Брюллов получил заказ на росписи в Новом Исаакиевском соборе. Все наличные академики были привлечены к этой работе. Сочинив эскиз росписи плафона, Брюллов с немалым энтузиазмом сам приступил к ее выполнению в соборе. Одновременно в соборе тесали и шлифовали мрамор и гранит, так что Брюллов писал в облаке тонкой каменной пыли, что вызвало у него болезнь, в результате которой он в феврале 1848 года просил освободить его от работ в соборе. Плафон по эскизу Брюллова закончил Петр Басин. В 1849 году Брюллов уехал из России, как оказалось, навсегда. После пребывания по рекомендациям врачей на Мадейре Брюллов вернулся в Рим. Там он подружился с семейством итальянского негоцианта Анджело Титони. У его потомков до сих пор хранится коллекция поздних работ Брюллова. Художник выполнил несколько портретов семейства Титони, среди них изображение Анджело и Джульетты. Это обычные для Брюллова типы портрета. В образе модели предстают как бы в роли знаменитых героев прошлого. В чертах Анджело Титони Брюллова виделся Брут. Джульетта изображена в виде Жанны д'Арк, в латах, держащая под усы коня. Но вот выбор самих образов неожиданный. Хотя и психологически понятная для Брюллова, знавшего о своей болезни, концепция жизненной активности героизированного склада – в их несколько эффектированной и откровенно театрализированной патетике реализуется довольно избитая, надо признаться, метафора битвы жизни, словно они иллюстрируют знаменитые строки Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». И, наконец, одна из самых впечатляющих художественных коллизий в масштабе всей его творческой биографии – это контраст, противоположность, которую представляют поздние бытовые зарисовки, исполненные сепией. С одной стороны, и замысел грандиозной аллегории «Всесокрушающее время», оставшееся в эскизе, с другой. Брюллов, конечно, понимал, что не сможет осуществить замысел «Всесокрушающего времени». Однако характерен выбор образца – грандиозная парафраза страшного суда Микеланджело. От начала итальянского шествия Брюллова, которое ознаменовало копии Афинской школы, словно приобщена грандиозная арка от Рафаэля к Микеланджело. От апофеоза школы, венчающего пройденную в Академии школу и вернувшегося в ее стены, до апофеоза всеразрушения, соотнесенного с образом страшного суда. Такая апелляция к прецеденту, вообще свойственная Брюллову, призвана еще раз напомнить городу и миру, каков размах его состязательной инициативы. Если уж выбирать ориентиры, то только среди гигантов, с которыми лишь Брюллову дозволительно по силам вести диалог. А рядом совершенно беспритязательный, выказывающий привязанность к самым обыденным, незаметным радостям мирного существования в быту сепии. Хотя и в них можно узнать прежнее пристрастие Брюллова к изысканным балетно-гимнастическим конфигурациям.
В одной сепи здоровенный детина, лежа качает на поднятой ноге вскарабкавшегося вверх лохматого малыша. Сама по себе сложная пластическая партитура этого гимнастического этюда выполнена с удивительной естественностью. Рядом стоит голышом крепкотелый карапуз в позе силача, приноравливающегося к поднятию рекордной тяжести. Он напрягает все несуществующие мускулы, как будто они не только существуют, но как будто он давно знает про себя, что рожден Геркулесом. С легкой ухмылкой он, кажется, выжидает конца наблюдаемого спектакля, чтобы сказать: «Подумаешь, а вот потом я тебя, бугая, одной ногой подниму». Эти зарисовки открывают Брюлове редчайшее вообще в изобразительном художестве свойство – юмор. Не остроумие, шаш, карикатуру, предполагающую деформацию натуры и могущее обходиться вовсе без нее, а именно юмор, оставляющий жизни ее нормальные пропорции. Тот юмор, который даруется приязненной, нежной снисходительностью к мельчайшим смещениям этих пропорций, что в свою очередь предполагает наблюдательное внимание к незначительному, не бросающемуся в глаза, не блестящему, безэффектному. Вот такие незатейливо, непридуманно, незаметно контрастные сопоставления фигур в сочетаниях пластических казусов, подсмотренные в театре житейской обыденности, приоткрывают мастерство Брюлова с неожиданной стороны. Эти зарисовки словно прощальное приветствие художника разнообразным и быстро ускользающим частичкам бытия, которые стережет и уносит всесокрушающее время. Последние работы Брюлова удивительно комментируют друг друга, позволяя после ослепительно блестящего разглядеть художники человечно трогательное и вместе с тем пожалеть о том, что Брюлов так поздно начал рисовать то, чего прежде не замечал или замечал лишь скользь. Он всегда сочинял свои композиции, проявляя порой блеск остроумия. Даже в прежних изображениях итальянских пилигримов, Пиферари, Лацарони, гордая «Я сочинил» всегда преобладала над смиренным удивлением, мол, вот нарочно не придумаешь. А здесь Брюлов снизошел до участливого наблюдения, привязался и оценил прелесть милой жизни, которую он знал, вскоре обречен покинуть. Нам ни разрушение, ни смерть страшна, напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение. Нам жалко наша милая чувствительность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Не правда ли, как точно и проникновенно выражен здесь поэтический и психологический смысл одновременности сосуществования чувствительных прелестей милой жизни в изящных почеркушках брюлевских сепий рядом с грандиозным зрелищем всескрушающего времени. Между тем это написано Гоголем по поводу последнего дня Помпеи. Все-таки во всей силе Брюлов постиг эту мысль лишь под занавес в финале своей творческой мистерии.